Сегодня стало известно о задержании 5 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального ОМВД и ОМВД по городу Твери. Полицейские подозреваются в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено в Следственном управлении Следственного комитета России по Тверской области по материалам оперативно-розыскной деятельности областного управления ФСБ и отдела собственной безопасности ОМВД. По данным следствия, в период с 29 апреля по 12 мая в городе Твери под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий должностные лица, действуя группой лиц, незаконно завладели алкогольной продукцией одного из жителей Твери на сумму свыше 700 тысяч рублей. Указанные действия представители власти повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий в виде причинения материального ущерба, инициирования процессуальных проверок по факту привлечения к уголовной ответственности лица, заведомо невиновного в совершении преступления и создания условий для непривлечения другого лица к соответствующей ответственности. Сотрудники регионального ОФСБ России, подразделения собственной безопасности ОМВД России по Тверской области и сотрудники СУСКа провели обыски по местам жительства и пребывания фигурантов, а также на их рабочих местах и в автомобилях. Подозреваемые задержаны. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение допросов свидетелей, иные следствия. Действия. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.